Здравствуйте, все. Вот решил себе приобрести лодочку, такую надувную байдарку фишкаяк. Вот. Для охоты. Изготовитель Time Trial. Надувная байдарка фишкаяк. Весит примерно 12 килограмм. Весло такое купил. Сейчас все распакую, покажу. Потом протестируем. Такой хороший рюкзачок. Неплохой. Что тут у нас есть? Насос высокого давления. Наверное, надувное дно. Это надувное дно. О, хорошая такая штука. Так, здесь еще ремкомплекта. Сиденье. Вот тоже. А, это мешок на 50 литров, непромокаемый. Тоже. Что тут у нас еще? Дуги. Сама бабушка. Вот такая вот. На одной руке можно. Легенькая. Ну все. Не буду отнимать ваше время. А, еще хотел показать весло еще. Тут пришло, надо посмотреть, что за весло. О, все как я просил. Здорово. Вот логотип Time Trial. Попросил, чтобы не на желтом фоне, а на зеленом сделали. Только черное, чтобы не сильно дичь отпугивала желтым цветом. Весла тоже в черном исполнении сделали. Молодцы. Ну что, ставим, посмотрим. Можно. Вот. Отлично. Вот. Весло. Нормально. Ну вот, собрал, надул Time Trial свой фишкаяк. Ну, теперь осталось спустить его на воду. Вот каяк, который я приобрел в Time Trial. Я его уже тут и спиннинг поставил, все. Прицепил как надо. И, короче, сейчас будет первый спуск на воду. И проба. Как я умею на нем ездить? Наверное, никак. Потому что ни разу не пробовал на байдарке. Ну, вот фишкаяк типа байдарки. Садись. Вот. Так. Первое впечатление вообще отлично. Сидение супер. Так, вроде так. Ну-ка. Кепку сниму, загорать буду. Идет хорошо-то. Ну, что могу сказать. Каяк показал себе идеально. Не ожидал я, конечно. Против ветра идет хорошо. Вот эту вот деку опускаешь, и все, привалил каким-то грузом, и все, и паруса нету, нормально идет.
Правда, когда 21 метр в секунду был, я через озеро это не смог проплыть. Шел вокруг озера, под вот этот вот берег, и через камыши. Через камыши он идеально проходит. Вообще раздвигает их. Хорошая лодочка. Тайм-триал хороший сделал каяк. 10 дней протестировал. Нареканий нету. Все отлично. Один раз накачал. Вот 10 дней. И даже 11 дней. Мне все то, что надо. Единственное, что сидушкой почему-то вот это вот, ну я ее слабенько был накачал. Может, кто-то открутил, побаловался. Вот здесь у меня на берегу оставлял я лодку, никто не берет. Ну что, пока-пока.